Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazin. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки недорогом, но в то же время довольно неплохом по своему качеству балансире от компании Fisherman Ладога. Моделька идет под номером 204. В данном случае балансир поставляется без тройника в комплекте, об этом указано на сайте. Вес данного балансира составляет 13 грамм и расцветка в данном случае FG. Данный балансир поставляется в таком вот фасовочном пакете. Сам балансирчик у нас выглядит таким вот образом. Длина данной приманки составляет с учетом хвостового стабилизатора 62 миллиметра. Данный балансирчик у нас имеет вытянутое тело. Если смотреть на него прямо, визуально виден треугольный профиль. Брюшко более плоское, спинка идет на сужение. Также у балансира здесь отсутствует какая-либо детализация. Тело данного балансирчика имеет основной цвет зеленый. Это спинка, переходящая в бока. Бок также из зеленого переходит в ярко-желтый. И брюшко у нас окрашено в оранжевый цвет. У балансира присутствует по всему телу вкрапление всевозможных мелких блесточек. Золотистых, светлых и фиолетовых. Данный балансир также покрыт тонким слоем лака. Глазки здесь нанесены краской у данного балансирчика. Оснащен одинарными крючками в головной хвостовой части балансир. Крючки довольно задраны вверх из толстой проволоки, очень отличные по своей заточке. Снизу имеется условная такая вот проволочная петелька для установки тройного крючка. Я сюда тройничок устанавливал при тестировании игры данного балансира. Нормально здесь все садится, петелька не отломится, все хорошо заходит. Оснащен балансир также таким вот хвостовым стабилизатором, изготовленным из прозрачного пластика. Пластик довольно-таки толстый, здесь морозоустойчивый. И довольно обильно здесь надежно пролито клеевым составом. Балансир по игре имеет довольно-таки отличные проходы в сторону от лунки. Умеет рисовать классическую восьмерку. Довольно-таки шустрый балансирчик. Отлично подойдет для ловли щуки, судака и среднекрупного окуня. Данный балансир можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazin. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.